Глава 6. На целую неделю оказался отрезанным от мира лесоучасток махового лога. По счастливой случайности половодье не затопило бараки, конюшни. Плохо было с продовольствием. Подвоза никакого, а те 3 мешка муки, которые хранились про запасы, стратили за 3 дня. Вместо хлеба в столовой пекли оладьи, варили овсяные супы с галушками и затирушками. Раньше-то кормили всех рабочих в обед, на ужин оставались только те рабочие, которые проживали в бараках, а коренные жители села уезжали на ночевку домой и, стало быть, в столовой не ужинали. А теперь, застрявшие здесь по воле стихии, они вынуждены были как-то питаться в столовой. Рано утром лесовозы, приехавшие на погрузку леса, проехали в лесосеку спокойно. К обеду, возвращаясь назад, через реку переехать не смогли, и теперь вереница груженных бревнами лесовозов скопилась почти до самых бараков. Другой дороги переправиться через реку не было. Можно было уехать на 4-й лесоучасток, там был мост, или на кедровый лог, но к ним дороги были разбиты и затоплены. И еще неизвестно, сохранились ли целыми там мосты. К вечеру первого дня наводнения у бушующей реки столпилось около 100 людей. И шоферня, сидя кто на ступеньках своих машин, то растянувшись на груженных бревнах, перекликались друг с другом, крыли матом начальству, на чем свет стоит. На другой стороне реки тоже виднелась кучка людей, человек 10. Участковый, НКВДшники и еще какие-то чины. Они махали руками, что-то кричали, но из-за шума реки ничего не было слышно. Потолкавшись часок и не сумев дать никаких заданий, спросить, что им хотелось, они сели в бобик и на телегу, укатили в освояси. Телефонной связи в маховом не существовало, а рации даже плохонькой не было. Все было на русское авось. Авось — дело везения, когда пронесет беда, а когда и настигнет. 3 года уже дает лес стране этот участок. Сколько было разных случаев, из-за которых гибли люди, горели бараки, грабилась столовая, угоняли лошадей. И все это случалось поздним вечером, или, конечно, когда здесь не было никакого начальства. Гуляй себе, жиганье, расхристанное братье. Будь связь с центральной усадьбой, 2 раза по горячим следам нашли бы разбойников. Но другой раз такого не могло бы случиться. А так хозяевами чувствует себя воровская сошка. Разбойничает, тем более хозяин тайги медведь, давно уж изгнан из этих мест. 2 года вообще через реку не было никакого моста. Машины буксовали, возчики приезжали с мокрыми ногами, помогая лошадям вытаскивать повозки. Правда, река все эти годы была сравнительно мелководная, и на место переезда навозили самосвалами камни. Долгое время колея была прочная, но со временем разбили ее колесами, размыла река. Потом все-таки построили мосток, знатоком его строительства выступил тракторист Булавин, которого в скорости перевели комендантом в бараке. Ну а мосток, известно какой был, прослужил недолго. Сделали бы насыпь бульдозером по обеим сторонам речушки, чтобы мост был приподнят над водой 2 метра, все было бы хорошо. Было бы где плескаться прибывающей воде. А так, бросили хлысты, целиком дерево, без сучьев. Накатили бревнышки поперек, и мост готов. Берега-то низинные, пологие, груженная машина идет, прогибаются бревна, хлюпают по воде. А чуть водички прибавилось, таяние снегов в Белогорье, отроги саян. Ныне из-за жаркой весны быстрые. Тайга быстро с себя сбросила снега тоже. Забурлила речушка, наполнилась. А тут мосток преградой стал на ее пути. Напружинилась речушка, сбросила мосток со своего пути. Вышла из берегов, затопила низины. Беда людям. Ни проехать, ни пройти. Вывозка леса прекратилась, план срывается, продукты кончаются. А на пустое брюхо бревна не поворочишь. А воды все больше и больше. В ужас пришла в зав столовой Варвара Филатовна, когда на 3-й день половодья в столовую ввалилась толпа вальщиков из бригады уркаганов. И, осмотрев алюминиевые чашки, наполненные супом и мучной затирушкой, стала их опрокидывать.
«Ты чё, падла толстая, собралась нас кормить хуже, чем на зоне? За наши кровные бабки, заработанные сквозь тяжелый труд? На лоскуты порвем тебя и твоего хахаля!» В кладовке оказалось десяток пачек чая, что удовлетворило толпу в предвкушении чефира. Варвара завизжала, затряслась от страха и спряталась в кладовке. Разбушевавшаяся братва обшарила все закоулки столовой, допила оставшуюся водку, закусила чем могла из опустевшего буфета и, высадив дверь, извлекла из кладовки помертвевшую хозяйку пищеблока. «Не трясись, корова! Сейчас ведь светло, кто тебя тронет? Потемнеет, тогда уж покувыркаемся с тобой!» «Ой, ребята милые, не надо! Больше ж, видите, ничего нет!» — тряслась напуганная женщина. «Врешь, сучка, с Васькой поди в тайгу все перетаскала!» «Ой, ничего я не таскала, утонул мой Васенька!» «Да ну! Слинял твой булавин под шумок!» — скалились блатяги. «Да нет, сама видела!» — крестилась Варвара. «Ишь ты, но все равно не горюй! Обеспечим за место него с двойной голодухи!» Похотливо хлопали ее по плечам и тискали груди. «Ой, ой, не надо, ребята!» — гласила уже Варвара. «Может, Васенька еще выплывет, может, не совсем утонул, как же тогда, а?» «Ничего, ничего, на всех хватит!» — увещевали ее уркаганы. «А выплыть может твой Васька только у прокурора!» «А ну, брысь отсюда, мелкота!» Вдруг рявкнул зашедший в столовую теперешний бугор Клин. «Да мы чё, Ваня, мы так только скалились, не тронули ведь её!» Заюлили урки. «Она на государственной работе! Тронешь подвышку! Расстрел! Падлы! Жратвы в столовой нет и нехрен здесь делать!» «Все, Ваня, все!» — расходились блатяги. «А вам, мадам, к людям в толпу надо идти. Там вас никто не тронет. Где ваши остальные бабы?» «А там, на речке!» — заикалась Варвара. «Ну вот, видите, они умнее вас». «Ну, я-то подотчетная, а теперь все разграбили, растащили». «Ничего тут не разбили, не растащили. Это все мелочи, раньше все растащено. Продукты завезут, все станет на свои места. А сейчас давай отсюда. Замыкай дверь и записку сверху, мол, продукты и водка кончились». «Хорошо, хорошо». Трясущимися руками замыкала она дверь столовой и прикладывала записку. «Спасибо вам, спасибо!» Не переставала лепетать Варвара, оценивающе оглядывая Клина. «В долгу не останусь». «Да ладно, сочтемся, не последний день живем, все уладится». Усмехнулся Клин и пошел на берег. В отдалении за ним семенила Варвара. «Ха-ха-ха! Че, Клин к толстухе клинья подобьет?» Выглядывали за кустов блатяги, готовившие чефир, крепкий чай, на костре. «На то он и Клин! Сказано ведь, клином клином вышибают! Вышиб нас, а сам залез! Хе-хей! Бугор! Одним словом, а по понятиям, бугру завсегда первое место! Ничего, мы зато чефирочком разжились!» Блаженно закатывали они глаза, пуская по кругу кружку с только что приготовленным зельем. Мастер Михеев с неизменной палкой в руках кандылял в толпе и почти каждого спрашивал. «Начальника участка видели? Ну, Потанина, очкарика». «Не, разводили руками люди. «Нам кажется, и вчера его тут не было». «Фу, мать его!» — чертыхался мастер. «Никого из начальства нет. Тут половодье заливают, и жрать нечего. Горючка кончается, трактора становятся. Вывозки леса нет, и валить его только вручную остается». «Да и валить некому. Голодуха». «Слышь, Клин, что делать-то будем?» — увидел он бригадира. «Люди бунтуют, так и разбегутся не ровен час. Жрать-то нечего. На ту сторону не переберешься, никого не известишь, что у нас такое положение». «Пиши, что нужно, передам записку», — объявил Клин. «Смеешься, Ваня?» «Тут не до смеха», — серьезно заявил Клин. «До узкоколейки тут сколько километров?» «Ну, километра два», — ответил мастер. «Вот вечер, ночь и продукты будут. И хлеб, и мука, и консервы». «Я вез лошадям», — вынырнул из толпы Кузьмич. «Да,
«Я вез нужен. Лошади с голодухи тоже маются». Задумчиво протянул Клин. Вдруг неожиданно спросил. «Жрать хочешь, Кузьмич?» «А кто сейчас не хочет? Черемшу вон в округе всю вырвали». «Ну вот, я и говорю. А слышь, Ефрем Панкратович, бракованную лошаденку, которая без работы, придется забить. Ты у нас тут теперь единственный начальник. Прикажи Кузьмичу, а то точно с голодухи народ разбежится». Мастер внимательно смотрел на Клина и на Кузьмича. «А чё? Верно ведь, ребята? Знаю, Кузьмич, три шкуры с тебя сдерут за забитую без разрешения лошадь. Но положение особое. Работу разваливать нельзя, а без харчей народ не работники. Начальства нет. А посему ответственность беру на себя, как на фронте, когда старший командир выходит из строя. Ты воевал, поймешь. Забить требуется животину. А какую, тебе определять, ты лучше знаешь». Егор, вытянув лицо, слушал этот разговор и решительно встрял, не дожидаясь решения Кузьмича. «Но если о мохнатке идет разговор, поперек дороги лягу, не дам убивать животинку, она мне жизнь спасла!» И он коротко рассказал о своем спасении, не забыв упомянуть о гибели Булавина. «Иди ты, да неужто утоп?» Зашумели вокруг. «То-то, глядим, Филатовна, как в воду опущенная». «Будешь тут опущенной, такое случилось. Значит так, ребята, вы без задержки займитесь забоем животины. А мне в самый срок сообщить людям, чтобы не паниковали, что еда будет. И завтра с утра обязательно всем на работу. Вывозки, конечно, пока не будет, реку не проедешь. Но заготавливать лесоматериал впрок можно и нужно». «А чё ж с начальником? Неужто утоп, как Булавин?» «Не знаю, товарищи мои дорогие. Положение у нас серьезное». Вокруг мастера сгрудился народ, и он доходчиво объяснил людям о сложившейся ситуации в связи с наводнением. «Через неделю, а может и денька через три, паводок упадет, и стыдно нам будет, ежели мы в это короткое время поступим не по-людски. Выдержать надо, и порядок чтоб был. Чего там в столовой приключилось, Филатовна?» Уже успокоившаяся зав столовой, глянув на Калинина, ответила. «Продукты кончились, а кто ж ласково разговаривать будет? Поняли люди, все нормально». «Вот это по-нашему!» — загудела воровская сошка. «Ай да Филатовна!» «Ну, а коль так, то кто в столовой порядок поможет навести? Тем более мясо через часок будет, варить что-то придется». И она выразительно посмотрела на Клина. «А чё гадать?» — стал оглядываться он со своего высокого роста, выискивая кого-то. «Слышь, Варкун, кто-то в столовке бучу разводил, живо туда с Филатовной и бабами, и чтоб порядок был. Делать все, что она прикажет, и, повторяю, порядок чтоб был, иначе башку сорву». «Ты че, Ваня, мы ж понимаем, все сейчас в беде, не до капризов». «Ну то-то, смотри». Часть толпы повалила к столовой вместе с Филатовной. Кузьмич с Егором и несколько мужиков направились к конюшне. «Однако буржую придется спустить под нож, больше уж он не работник. Нога в двух местах сломана, сам на днях хотел его отгонять на центральную конюшню. Да вот, вишь, половодье остановило», — объяснил он Егору. «Ашка жалковать будет, он с ним долго возился, лечил». «Ничего, калмычонок смышленый, да и жрать поди тоже хочет». «Да ну-то так». За конюшней было место, где иногда забивали бракованных лошадей. «Тумда, командуй забоем. Вон уж Ашка гонит буржую, а мне надо веревки на речку отпустить», — крикнул Кузьмич и с Клином зашел в конюшню. Вскоре Клин с помощниками понес к реке много мотков веревок. «А что веревка-то?» — осведомился мастер. «Ты вот чё, Панкратыч, почему бумагу не пишешь начальству?» «Да-ка чё писать, милый? По воздуху ее не отправишь, а пеши не донесешь. Эвон разлилось море». «Я донесу, Панкратыч», — засмеялся Клин. «Давай-давай, пиши быстрей. Вон, видишь, кто-то из начальства приехал на том берегу». И точно. Из бобика вышли три человека, и из кузовной машины выпрыгнули еще несколько. «Давай, пиши обо всем, чего тут нужно, я доставлю». И Клин снял с себя шапку и фуфайку. «Ты че, и впрямь плыть собрался?» «Ха-ха, поплыву не впервой, Днепр в половодье переплывал». «Ну, ты тут
«Посмотри! И коряги, и льдины!» — возражали окружающие. «Ничего, живы будем, не умрем!» — посмеивался он. Мастер спешно писал что-то карандашом на листе. Клинт посмотрел на листок и сказал: «Клеенку бы хоть с ладошку завернуть листок!» Тот-то с треском отодрал клеенчатую заплатку с рукава своей фуфайки и протянул ему. «Пошли на самый берег!» — скомандовал он мастеру. Толпа неотрывно последовала за ними. «Ну, вы тут отстаньте!» — обернулся к ним Клин. «А то мы должны с тем берегом толмачить, а из-за вас не увидят нас». «А где историк?» — спросил он какого-то калмыка. «Какой историк?» — не понимал тот. «Ну, тот, который по-русски хорошо говорит». «А, Басха! Он Тыхандыр сидит», — обрадовался калмык. «Зови его сюда вместе с трактором. Скажи, мастер зовет», — распорядился Клин. «Сейчас зовем», — мотнул он головой и убежал. «Ты чего задумал?» — спросил его мастер. «А вот, смотри, Панкратыч, мы помашем, покричим. Нас не услышат, но увидят. Ты машешь листком бумаги и на виду отдаешь его мне. Я его также на виду заворачиваю в клеенку и кладу за пазуху. Это будет видно. Потом я подальше от толпы на виду обматываю с веревкой. И много-много ее остается на берегу. А другой конец ее привязываем к тросу. Я зашел выше по реке и поплыл. Вылез там, где начальство и машины на том берегу. Историк на КТшке разматывает трос с лебедки. А мы веревкой тянем его на тот берег. Ну а уж коли трос будет на том берегу, оттуда хоть черта перетащим на этот берег. На трос два топора и пилу надо крепко привязать. Там или сани срубим, или трос выше поднимем на дерево. На блочке по тросу мешки с харчем будем переправлять». «О-о-о! Ну, голова ты, Иван Андреевич!» — заглянул в блокнот мастер. «А вдруг утопнешь?» — засомневался он. «Не утону! Впереди себя чурбаны толкать буду. Ежели увидите, уносить меня будет далеко, тяните за веревку, и я снова у вас. Давай, пошли, вон трактор идет». «А чё ты взял этого калмыка? Вон Федулин, тут же. Русский, толмачить ему не придется». «Да, Федулин-то, за бутылкой все понимает, а так бестолковый. Все 10 раз ему надо объяснять. А историк сообразительный, да и трактор у него всегда исправный. А тут дело, сам понимаешь, оплошки быть не должно». «Это ты верно заметил», — согласился Михеев. Клин запрыгнул на гусеницу остановившегося трактора КТ-12, КТ-шка, и долго разговаривал с историком. «Главное, большую слабину троса не давай, а то получится много колец. В воде за какую-нибудь корягу зацепиться не вытянем на том берегу тогда». «Длины троса хватит, как ты думаешь?» — спросил он историка. Тот сощурился, тягуче поглядел на тот берег и удовлетворенно мотнул головой. «Хватит! У меня на барабане лебедки лишних 20 метров троса. Сам добавил, зато в бурелом и трактор не гоняю. Ну а если надо больше, подъеду ближе. Тут до основного русла 10 метров, можно подъехать». «Ишь ты!» — восхитился мастер. «Дело, говоришь? В общем, увидишь сам, как дела у нас пойдут. А с того берега груз какой, если придет стянуть, ну, тоже сообразишь». «Соображу, не переживай, лишь бы трос выдержал. Любой груз вытянем. Двойной тягой, а надо и лесовозы впряжем. Ты, главное, сам не оплошай, когда поплывешь». «Да должен, не впервой». «Ну тогда...» А замялся историк и поглядел в небо, и почти вместе с Клином сказали: «С Богом!» Клин размашисто перекрестился, а историк поднес клинышек ладони ко лбу и произнес что-то по-калмыцки. «Вот увидишь, все у нас получится». Белозубо скалился калмык, накидывая веревочную петлю на конец троса, и прикрутил все это тонкой проволокой. Клин внимательно осмотрел и кивнул головой. «Пойдет! Слышь, Басха, дай-ка вытянем трос и раскинем по берегу». Заурчал трактор, заработала лебедка, и десятки рук потащили его по берегу, укладывая длинными рядами по указанию Клина. «Слышь, Басха, ты будешь стоять у воды и давать слабину веревки и тросу в воде. Я же не знаю, как меня понесет в воде. Мои люди будут помогать тебе. Ефрем Панкратыч, будешь наблюдать за всем этим делом и командовать.
«Ну а если твои люди не согласятся, чтобы я первый руководил тросом?» Испытующе поглядел на него историк. «Вот поэтому и будешь ты командиром натяга троса. Мои братаны, некоторые из них, хотят, чтобы я нырнул и не вынырнул. Понял, братуха?» «А мне, выходит, веришь?» «А вот как своим пятерым?» – растопырил ладошку и пальцы Клин. «Спасибо, Ваня, не подведу», – растерянно произнес историк. «Так, все отошли от троса и трактора подальше!» – зычно крикнул Клин, отгоняя толпу взмахиваниями рук. «Тот берег должен видеть, что мы делаем, а из-за толпы ничего не видно. Всего нужно 10 человек. Варкун, Хмурый, Колян, ты, все. Подошли все сюда. Историк становится здесь, отпускает порции веревок и троса в воду. Варкун, даешь ему. Потом Хмурый, потом ты. И так все через 3 метра стоят друг от друга. Ефрем Панкратович, следишь за порядком, всем его слушаться». Когда он расставил людей, подошел к самой воде, поманил к себе историка, Варкуна и Хмурого, сказал: «Братва, как только историк потянет от вас трос, давайте ему слабину, если даже трос и придется тянуть из рук остальных. Ногой наступит на веревку или на трос, а в руках вроде как помогает. Панкратыч, следи за этим, поняли? Давай свой листок, Панкратыч». Тот помахал листком, показывая на тот берег, и отдал его Клину, который тоже помахал им, и, завернув в клеенку, спрятал на грудь. Потом Клин сел на пенек, разулся и привязал к поясу сапоги голенищами вниз. «Вишь, голенищами вниз сапоги привязал. Вода в них не будет набираться, и босыми ногами грести сподручней будет. Голова, Клин!» – переговаривались в толпе. «И на том берегу хоть мокрая, но обутка будет». Поправляя веревку на поясе, Клин осторожно ступил в воду. «Ух, холодная зараза!» – передернул он плечами. «С Богом, с Богом, с Богом!» – неслось со всех сторон. И тут же насмешливые выкрики блатной шпаны. «Ну чё, Клинок, слови налима наха! Да сам Налимов уйдет на дно кормить, герой нашелся, еб! Да цит, падла, тебе жратву Клин пошел добывать!» Шум стоял невообразимый. Клин вошел уже в воду по пояс и вдруг с размаху оттолкнулся и шлепнулся в мутную воду, размашисто поплыл. «Смотри ты, как лось гребет, вот ты Клин!» — восторгалась толпа. Историк внимательно следил за веревкой, чувствуя ее натяг. Тут важно и слабины ей много не дать, чтобы она сильно не провисала и не зацепилась бы за коряги или камни, и в то же время сильно не натягивать, не сдерживать ход Клина. Толпа ликовала. «Ай да Клин!» Он уже почти доплыл до середины реки, как все увидели, что сверху плывет громадная коряга, которая точно зацепит веревку, хотя он сам успеет уплыть дальше. Но силы течения несущейся корягой, которая потянет веревку за собой, Клин не справится. Унесет его вниз. Утонуть он может и не утонет, можно и за корягу схватиться, но задуманный план сорвется. Веревка запутается, и куда ее унесет, один бог знает. «Тащи его назад!» – истошно закричал Панкратыч. «Веревку назад выбирай!» Басха и Варкун сообразили быстро, потащили веревку назад. Клин еще сильнее заработал руками, не понимая, почему его тянет назад. Потом перестал грести, нырнул, резко оттолкнувшись то ли одно, то ли просто о воду, вынырнул почти до пояса и оглянулся назад. С берега ему отчаянно махали руками, показывая против течения. За этот короткий промежуток времени его все-таки изрядно стащило вниз. Коряга, наконец, прошла мимо него, и он опять поплыл к противоположному берегу, но уже без прежней резвости. «Подсох, Клинок, сейчас на дно пойдет», – комментировал обросший блатяга. «Говорил вам, тут пустое геройство, сейчас чуток еще поболтыхается, отвяжет веревку и вниз по течению попрет его,
А там либо утонет, либо на островок какой вылезет, черемшой да яйцами утиными отожрется. Да и вернется к героям. За народ, где страдал. Они вообще слиняют, знаем таких. Ну ты, морда корявая, замолчь. Человек жизнь за нас кладет, вон уж и берег недалек. Веревки б хватило, а там Ванек допрет. И тут случилось такое, чего никто не ожидал. Все внимание людей было приковано к плывущему по бурному течению клину. Отпуская веревку, посматривали на нее мельком. Руки автоматически отпускали ее и подтягивали друг от друга. Сутулый мужичонка по прозвищу Горбун вдруг свалился с ног и задергался в припадке, спутав загребающими ногами хорошо разложенную веревку. Никто сначала ничего не понял. Но когда потянули веревку от него, слабины ее не оказалось. Потянули сильнее, вместе с ней по земле поехал Горбун, цепляясь руками за кочки. Варкун кинулся распутывать веревку, да не тут-то было. Петля хорошо затянулась на ногах Горбуна, а тащить себя по земле, чтобы дать слабину веревке, он не давал, крепко держась за куст. «Ах ты, сука!» Взревел Варкун и хряснул кулачищем Горбуна меж глаз. Тот обмяк, и его потащили по земле, давая слабину веревки для свободного хода клина. Этой заминки хватило для того, чтобы течением отнесло клина еще ниже по реке. Варкун сдернул сапоги с ног Горбуна и таким образом быстро распутал петлю. «Вместе с веревкой эту падлу надо было сунуть в реку!» Орали вокруг. «Надо было, да клин не потянет, вишь эту тяжесть!» Пинали мужики Горбуна, уползающего в кусты. «Веревки не хватит!» – заорал историк. «Хватай трос и побежали с ним в воду, докуда можно!» «Схватили, побежали!» «В воде уже по пояс, трудно стоять на ногах, течением прет вниз!» «Тащим! Тащим за мной!» – кричал Басха, уходя с концом троса вдоль берега, не углубляясь больше к середине реки. «Там все равно слабина будет!» На том берегу сообразили, что надо помогать клину, и бежавшие с жердины люди протянули ее ему. Наконец клин сумел ухватиться за жердину, и его быстро вытащили на берег. С минуту над ним колдовали, пока он лежал, очевидно отдыхая. Потом клин встал на ноги, помахал руками на свой берег, откуда приплыл, и стал тянуть за веревку. Толпа грянула громкими приветствиями. «Ай да клин! Молодец, парень! Дык Россия на таких держится! Ага, вишь, Россия таких за решетку прячет! Ничего и за решеткой, и на зонах, и на лесоповалах это все одно! Россия! Оно, брат, добра без худа не бывает! Да че там, все выдюжим!» Понеслись рассуждения, крики. Стало видно, что клин уже не может тянуть веревку. К нему подключились еще несколько человек, даже НКВДшники. «Только бы веревка выдержала, не порвалась», — переживал Панкратыч. «Должна выдержать. В воде любое тело легче движется. Закон физики», — изрек историк. «Оно-то вроде так, да вишь, камни да коряги не запутали бы в веревочку». И скоро, к всеобщей радости, конец троса показался на том берегу. Тянуть его почему-то перестали, возможно, для отдыха. Было видно, что клин вынул что-то из-за пазухи и отдал кому-то. Потом он размахивал руками, что-то, видимо, доказывая, после чего к тому месту, где он сидел и обувался, подъехал Бобик. Поколдовав около задка машины, он махнул рукой, и военный трофей, исколесивший пол Европы, поехал по берегу вверх по течению реки. А потом, сравнявшись с КТ-шкой, стоящей на другом берегу, поехал, удаляясь от реки. Клин и несколько человек шли за машиной и внимательно что-то рассматривали на земле. И вдруг трос в руках историка и всех остальных с этой стороны стал двигаться против течения. Они были вынуждены отпустить его, и вскоре над поверхностью воды блеснула на солнце водяная лента, и из нее, выскочив, появился трос с серебристо-темными разводами. Поплясав и покачавшись почти в метре над водой, трос, немного провиснув, четко обозначился над рекой. «Ура!»
Ай да Клин! Ну, Ванька, долго жить будет! Теперь-то можно что-то еще придумать! Придумают! Клин башковитый! Неслось в толпе. ЭТшка невозмутимо стояла, выпустив из лебедки барабана всю бухту троса, оставив на себе всего три витка неприкосновенной длины его. Вот тебе и историк. Вот тебе и Клин. Бишь, с калмыком-то Клин не зазря состыкнулся. Оба башковитые. Ну и ше глянем, что из этого получится. Не унимались ехидные неверы. Трос-то жрать не будешь. Иди, иди, отсель! Только зубами лязгаешь. Пользы-то никакой от твоей болтовни. А то домитингуешься тут. Попинаем, как горбуна. Одна шайка-лейка. Потом трос ослаб, упал в реку, а через несколько минут снова натянулся. А из кустов лихо выскочил Газик Бобик и, забрав с собой несколько человек, уехал, очевидно, в село. Уехала и грузовая машина, оставив несколько рабочих на берегу. Видно было, что Клин и его помощники валили деревья. «Вот, наверное, строить будут», — предположил мастер. «Точно!» Вскоре вернулась бортовая машина с людьми, с топорами и пилами. Вскоре пригнали туда же пару лошадей, которые волочили бревна к реке, где их подтаскивали машины. Бревен было много. Работали и ночью при кострах. К утру огромный плот был готов, основная часть его была в воде. Он был сбит скобами и обвязан тросами. А вечером толпа, ушедшая с реки, неплохо подзакусывала свежевареной кониной с черемшой и, сыто поикивая, из любопытства сходила к реке. Но кроме шума реки и костров на том берегу ничего интересного не было. Вода была на том же уровне. Столовые ели в несколько заходов, и мастер, взобравшись на табуретку, постукивая палкой по столу, зычно оповещал. «Завтра, как обычно, всем на работу, как и ранее. Рано утром идут на реку только те, кто вчера занимался с тросом на переправе на тот берег. Разумеется, без этого, как его, без Помарина». «Говори точнее, без Горбунова, в гроб ему дышло, Клина чуть не загубил», — орали вокруг. «Напоминаю, обед будет вовремя, думаю, что уже с хлебом, так что прошу всех успокоиться и не бузить. Скоро паводок спадет, жизнь наладится, наедут власти, лишние разборы нам ни к чему. Как вы видите, можно жить и работать спокойно в любых условиях». Ночь прошла почти спокойно, если не считать, что река приблизилась к баракам еще на несколько метров. Чуть рассвело, а мастер с несколькими рабочими уже копали канаву, подводя ее к оврагу. Если вода и начнет подходить к баракам, она в первую очередь по канаве устремится к оврагу, далеко уходящему в тайгу. Канава размоется, расширится, и таким образом вода должна уйти стороной. Правда, тогда она отрежет пути к другому, четвертому лесоучастку, к которому пока еще есть пути сообщения. Трудные, но есть. А там надежный мост через реку. Но пока никто не знает, какие там дела, кроме властей, находящихся на том берегу. А на том берегу вовсю кипела работа. На волнах бушующей реки у берега раскачивался готовый плот, притянутый тросами к огромным пням. Трос, протянутый через реку, был ослаблен и привязан к плоту. На берегу стояли две бортовые машины, доверху нагруженные мешками и ящиками с продуктами. Подошла и третья машина, загруженная бочками с горючим для тракторов и лесовозов. Чувствуется, что записка, доставленная Клином властям, принесла свои плоды. А перекинутый трос через реку сразу снял растерянность властей. Как же оказать помощь людям и оставшимся без корма лошадям? Подвезли в мешках и овес. Запасы можно было иметь и при нормальной погоде. Но как на Руси? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и тут. Не найдись вовремя здесь Ваньки Клина, поразбрелись бы люди кто куда. Где бы передрались, где потонули, где ударились в бега. Но тем и славится Россия, что всегда найдет выход из трудного положения. И теперь все необходимое для лесоразработок в Маховом лагу грузилось на плот. Погрузкой руководил Иван Клин, неся под мышками по мешку овса. Главный инженер леспромхоза, худой, болезненного вида человек, с сомнением поглядывал на груду ящиков и мешков на плоту и оставшиеся еще бочки и ящики на машинах.
«Иван Андреевич», — не раз обращался он к Клину, — «может быть, хватит грузить на плот? Вторым разом товар доставим». Клин вежливо выслушивал его, задавал встречный вопрос. «А кто плот оттуда вытянет назад? Тут тракторов-то нету, из гаража 10 километров придется гнать. И троса нет зацепить за плот, чтобы на этом берегу оставался конец. Сутки потеряем, а вода неизвестно, сколько еще будет прибывать. Поверь мне, начальник, плот этот выдержит весь груз. Трос бы выдержал. Сам поплыву, рулить буду, да пяток человек посылай со мной, помогут. Живы будем, не умрем. Груз доставим, самому там жить, жрать чего-то надо. Да по боли сотни работяг продовольствия ждут. Так что, товарищ начальник, умереть мне никак нельзя. Я вроде тут как посланец от народа». «Я вам верю, Иван Андреевич», — пожал ему руку главный инженер. «Просьба только одна, уважаемый начальник. Поговорите с НКВДшниками, чтоб землю не рыли копытом, как приедут к нам. В основном все в порядке, план лесозаготовок даем и будем давать. Ну а маленькие недочеты какие есть, так где чего не бывает, а? За них не надо карать. Люди сейчас в опасности, может, скажет, кто чего не так. Они тут как тут. Собираются плыть вместе с участковым, а оттуда и неизвестно, и когда выберутся. Стихия, кабы не потонули где. Вон комендант Булавин наш утонул, начальник участка куда-то пропал. Ну, с начальником Потапиным тоже беда, утонул. У моста 4-го участка выловили. Странно, даже очки не потерял, угрюмо сообщил главный. Ну что ж, остальным надо жить, развел руками Клин. Пойду я, а то работы много. Хорошо, а вот вам письмо мастеру Михееву передадите. Я там дал указание. С сегодняшнего дня по приказу директора леспромхоза мастер Михеев становится начальником участка, а Иван Андреевич Зарубин назначается мастером этого участка. «Кто-кто?» — наморщил лоб Клин. «Вы, Иван Андреевич, и приказы не обсуждаются. Здесь почти фронтовая обстановка, а вы, знаю, бывший фронтовик». «Да я штрафбат», — начал объясняться Клин. «Знаю, верю. Желаю успеха», — протянул ему руку главный. «Ну что ж, постараюсь», — внимательно поглядел ему вслед Клин. Скоро погрузка плота закончилась. Клин подергал обвисший трос через реку и знаками стал показывать на тот берег, чтоб тянули его. Там поняли. Видно было, как работающая КТ-шка выбирает слабину троса. Натянула его до предела и стала буксовать на месте. Плот немножко дернулся, но продолжал стоять на месте, колыхаясь на волнах. Задняя часть его лежала на берегу. Подогнали к плоту грузовую машину и, уперев в ее бампер концом тонкого бревна, а другим в плот, стали подпирать. Плот чуть стал сползать с берега. А на том берегу к КТ-шке историка подгоняли вторую КТ-шку Федулина и двойной тягой потащили плот. Сначала тихо, а потом все быстрее плот пошел по реке. По сторонам его мужики длинными шестами помогали движению. Даже НКВДшники и те шестами помогали, отталкивая от плота плавающие коряги. Передняя часть плота взорвалась в воду. Волна подходила к мешкам и ящикам. Клин то рулил веслом на хвосте плота, то бежал к мужикам. Помогал отталкивать плывущие бревна. Плот сильно развернуло и сносило течением. Мастер, хромая, бежал впереди тракторов и показывал, куда нужно ехать Федулину. Нужно было постепенно развернуться и тянуть плот против течения. Федулин действительно оказался бестолковым. Не зря об этом говорил Клин. Наконец удалось выровнять движение плота, и он благополучно ушел со стремнины и подходил к берегу. Хорошо, что здесь был пологий берег, и видно было, что плот выполз из реки, натужно тащился уже по низине, залитой водой. Из-за своей тяжести он сел на дно и, пройдя еще немного, уперся во что-то. КТ-шки яростно рокоча изрыгали из себя огромные струи дыма, зарывая в землю в полубуксовке половину своих гусениц. Все тщетно. И сигналом к окончательной остановке стал дзинькающий хлопок оборвавшегося троса почти у самого плота. Извивающаяся стальная змея в стремительном движении хлестанула по ногам стоявшего в отдалении мужика зеваку. Он беззвучно упал на землю наподобие тряпичной куклы.
Освободившиеся от большого напряжения КТ-шки, весело лязгнув траками гусениц, выскочили из мест полубуксовки и остановились. Историк первым выскочил из трактора и побежал к упавшему. Мужик елозил по мокрой земле, загребая руками и ногами, и монотонно кричал. Кровь хлестала из перебитой ноги, неестественно завернутой в сторону. Сбегались люди, стоявшие на берегу. Прыгали по колено в воду, стоявшие на плоту. Хрипя от быстрой ходьбы, прикандылял мастер Михеев. «Кто тут изловчился под трос попасть?» «Приказывал же, близко не стоять!» — гневался он. «Да ты приказывал ему сюда вообще не ходить!» «А идти в лесосеку, да он, вишь, с прибором на все ложил!» Деловито перетягивал веревкой перебитую ногу выше раны Варкун. «Кто ж это?» — допытывался узнать про стонущего мастер. «Кто-кто? Известно, Горбун!» — ответил кто-то. «Помарин, что ли?» — удивился мастер. «Тащи его в барак!» «Ну че, с возвратом, Ваня!» — подошел он к Клину. «А тут, вишь, бог шельму метит!» — кивнул он на Горбуна, которого трое рабочих понесли в барак. «А что такое?» — осведомился Клин. «Да он тут вчера тебя пытался утопить и сегодня еще надеялся. Да вот оно как вышло. Ладно, ребята потом обскажут. Давай разгружаться будем». «Давай, давай. Только, Панкратыч, с пары лесовозов придется бревна сбросить. Нижний ряд оставим, на них будем мешки и ящики грузить». «Ты че, Вань? Этот лес уж зачислен в добытый план». «Вон, вижу, и вранье уж слетелось», — кивнул он на НКВДшников, стоящих еще на плоту. «На-ка вот, Ефрем Панкратович, почитай!» И Клин сунул ему письмо. «Водичка, смотри, прибудет еще, успеть бы разгрузиться». «Да-да, как ты сказал? Разгрузить лесовозы? Ха, давай, действуй!» С двух лесовозов быстро разгрузили горы бревен и, оставив на них один ряд, стали грузить туда мешки, ящики и бочки. Потом тракторами взяли лесовозы на буксир и потащили их к столовой, к конюшне, к сараю, что служил заправкой. «Плот-то давай привяжем, мало ли что!» – раздумывал о чем-то Михеев. «Привяжем! Я уж думал об этом!» – кивнул Клин. К пустому плоту подогнали трактор, и на него перебрались НКВДшники вместе с участковым, не замочив ног. «Где Булавин утонул?» – спросил один из них Клина. «А тут где-то!» – кивнул он на бурлящую реку. «Кто видел?» — не отставал тот. «Кто-то из народа!» — махнул Клин рукой в сторону бараков. К обеду разгрузили и развезли все по местам и отбуксировали даже груженные лесовозы в безопасное место. А вода все прибывала. Вытащенный на мель пустой плот плавно колыхался на огромном водном пространстве. Если бы не был привязан к пням, то уж бы наверняка его утащило вниз. Вовремя прорытая канава перед бараками увеличилась до громадных размеров и теперь шумно бурлила крутящимся потоком, низвергаясь во враг. Пути сообщения с другими лесоучастками были отрезаны. После работы провели собрание в стороне от бараков, так как шум воды мешал вести разговоры. Собрание открыл участковый Жмаков. С первых же слов он повел разговор о тех тяжелых стихийных условиях, в которые попал лесоучасток Махового Лога. Поэтому коллектив работников, несмотря на стихийное бедствие, должен приложить все усилия, чтобы достойно встретить трудовыми успехами 1 мая и День Победы. Об этом просили руководство леспромхоза и партийная организация. «А где парторг-то? Штаны побоялся намочить?» — выкрикнул кто-то из толпы. НКВДшники завертели головами, выискивая смельчака. Участковый сговорчиво ответил на этот вопрос. «Работники партии всегда были на переднем крае трудных участков. Наш парторг сейчас в кедровом лесоучастке. Там положение еще хуже здешнего. Затоплены жилые строения, размыта узкоколейная железная дорога. А как вы знаете, основной план леспромхоза по лесоразработкам – выполняется именно добычей леса в кедровом с вывозкой его по узкоколейке. У вас положение не столь уж бедственное. Продовольствие, горючее и фураж вам доставлены. Знай, работай, вали лес. А в кедровый лог не можем ничего доставить». «Хе-хе-хе! Так там нет Ваньки Клина! Он бы и там что-нибудь сообразил!» — засмеялись в толпе.
«Плохо, товарищи, то, что на вашем участке есть жертвы!» Утонул начальник участка Потанин. Его выловили на четвертом. «Говорят, утонул и комендант, товарищ Булавин. Что и как случилось, будем еще расследовать. Тяжелую травму ноги получил сучкороб Помарин на наших глазах. Тоже придется выявлять виновного». «Че искать-то? Сам виноват! Стоял рот разинул, где не надо. Все ждал, чтоб Ванька Клин утонул. Вот бог-то его и наказал!» — загудела толпа. «Ну и еще разъяснение. Нет теперь Ваньки Клина, а есть Иван Андреевич Зарубин, которого назначили по приказу директора мастером вашего участка, а Михеев Ефрем Панкратович назначен начальником участка». «Ты смотри, Клин взлетел! Но Михеев-то ладно, а Клин-то!» — удивились рабочие. «Ха, ты поди, сплавай на тот берег, может, и тебе какую должность дадут!» — не утихали споры. «У меня все, товарищи! Какие вопросы у вас, задавайте, какие домыслы по поводу утопленников есть, можно все отдельно доложить». «Да чё там докладывать, утонули, да и все», — расходилась по баракам толпа. «Чё-то слишком масляный участковый, да НКВДшники какие-то тихие», — удивлялись люди. «А чё им пыжится-то? Эвон море разливное. Туда булькнуть, и никаких следов не останется. А вдруг надолго это? При воронке они сила, чуть чего и увезли в каталажку. А теперь мы хозяева, они это понимают. Да и куда ни кинь, тайга. А в тайге, брат, и с комаром надо уметь справиться. Это сейчас они уж покаялись наверняка, что сюда зарулили. Погодь, вода уйдет, мост наведут, и черный воронок тут как тут будет. Вот тогда уж они отведут душу». «А может, уже того? Чего? Ну, может, уже изменилось что там? И чё? Ну? И где? Ну, наверху». Милый, Сталин, покуда жив, мундир свой военный скидывать не собирается. А стало быть, и воронье еще долго кружить будет. По предложению Клина, Михеев на ночь выделил двух человек, которые должны были наблюдать за уровнем прибывающей воды. «Вот канава, дальше которой вода не должна приближаться к баракам. Вот ваше место. Разложите здесь костер и караульте на здоровье. Как только вода начнет заливаться за канаву, а стало быть и костер ваш зальет, бегом по баракам людей будить. А караулить не будем, сонных людей потопить можно». Наставлял он караульщиков сквозь ревущий шум воды, убывающий во враг. Даже в бараках этот шум был слышен довольно хорошо. Ну а караульщики есть караульщики. Хоть нельзя спать, но спать они обязательно будут. И они мирно храпели у погасшего костра, мудро рассудив, кого прибывающая вода первым потопит. Их, конечно. Вот и проснутся они, хочешь не хочешь. Тем более шум такой, если заснешь вообще. Заснули. Да еще как. Вон из практики войны известно. Вымотавшийся в боях боец при первой возможности так засыпал, что никакой артобстрел или взрыв не мог его разбудить. Приходилось поднимать на ноги, трясти за шиворот. Так и эти караульщики. Мирно посапывали, досматривая свои сны, а вокруг них хохотала толпа барачных жильцов, собравшихся на работу. Водичка-то тю-тю уменьшилась и уже не ревела, даже в канаву не сбегала, не говоря уж об овраге. Вода сильно отступила, почти до самого плота, глянцевато поблескивала грязью. Наверное, дожжи в Саянах кончились, или баджейка новое русло где пробила, гадали мужики. Не, русло осталось тоже. Глянь, по прежнему руслу вода-то прет, хотя уж и не так. Просто таежные снега в верховьях кончили таять. Весна, братцы. Ну, знамо весна. Че ж еще? А на следующий день плот вообще оказался на голой земле и сиротливо торчал далеко от основного русла реки. Мутной воды в реке было еще многовато, но течение было не столь быстрое и не тащило уже разные коряги. Михеев отрядил Клина и несколько рабочих на постройку моста. Противоположный берег был более крутой, и там никакой насыпи делать не надо было. Зато на этом низменном берегу работы предстояло много. Историк на своей КТшке натаскивал бревна на бывшую затопленную часть. Плот разделили пополам, и эти сбитые скобами половинки его служили отличным основанием для моста на этом берегу. Их просто затащили друг на друга. Плавно подмостили бревнами подъезд, притащили готовые хлысты,
но пока не позволяла глубокая вода. «Хотя бы на полметра вода спадет, и КТ-шка уже пройдет через реку», утверждал Клин, меряя воду шестом с берега. Только на другой день уровень воды в реке понизился до нужной отметки. Историк на своей КТ-шке потащил длинный хлыст на ту сторону реки и оставил конец в нужном месте. А потом, вернувшись назад, подтащил второй конец на опору второго берега. Так проделывал он много раз, пока через реку не перетащил десяток хлыстов. Потом накатили на них поперек бревна с торцов, сбили их скобами, и мост готов. Первым по нему грозно грохоча пронесся на своей КТ-шке сам историк, белозубо смеясь и что-то выкрикивая. «Ты чё, сдурел, так несешься?» — корили его мужики, когда он остановился. «Чтоб по мосту надежно ездили машины, надо дать ему максимальную нагрузку при проверке. Выдержал? Милости просим». И Басха, дурачась, снял с головы шапочку и, оттопырив ногу и согнувшись на дворянский манер, помахал ею чуть не до пола. «Битте! Пожалуйста!» — засмеялся он. «Эрштейн!» «Понятно», — ответил Клин, также согнувшись и свистнул водителю первой груженой машины. «Давай, поехали!» Лесовоз медленно пополз по эстакаде бревен на мост. Все, затаив дыхание, смотрели ему вслед. А Клин бесстрашно шел впереди машины и помахивал руками. «Давай, давай!» Машина благополучно съехала с моста и, чуть отъехав, остановилась. Клин заскочил на подножку и, засунув голову в кабину, сказал... «Слышь, братан, придется и ночью делать ходку. За пяток дней вынужденно отдохнули, наверстывать надо». «Знамо дело», — закуривал шофер. «Разгружусь, заскочу домой, попроведать и опять сюда». «Ну, счастливо!» — спрыгнул на землю Клин, наблюдая, как идет второй лесовоз. Мост оказался крепким, а главное — метра на полтора над водой. Теперь ему никакое наводнение не страшно. Хотя такое наводнение, как в этом году, было лет 30 назад, как говаривали старики. Через несколько дней жизнь на маховом лесоучастке полностью наладилась. Зашевелились НКВДшники, частенько приезжая на своем черном воронке. Да и участковый всем поднадоел, расспрашивая все об утопленнике Булавине. А тут еще напасть. Пропали две лошади из ночного пастбища. На ночном был сам Кузьмич. Объезжая уже под утро пасущихся лошадей, он заехал в лесок и вдруг почувствовал удар по голове от падающего дерева, как ему показалось. Он кубарем слетел со своей лошаденки, которая, взбрыкнув, унеслась прочь. Его нашел Ашка. После того, как подкормил овсом всех вернувшихся самостоятельно с пастбища лошадей и раздал их возчикам. Тумда тут же помогал ему и тоже удивился, почему не едет Кузьмич. Двое возчиков, не получив лошадей, сами ушли на их поиски. Ашка и Тумда тоже искали не вернувшихся лошадей, но не нашли. Ашка неожиданно разыскал охающего Кузьмича, держащегося за голову, ничком лежащего на земле. Из носа у него шла кровь. Кузьмич был в сознании, но разговаривал тихо и с трудом. Ашка покричал Тумду, и тот, осмотрев все вокруг, внимательно разразился дикой бранью, путая калмыцкие и русские слова. «Плохой, бандита!» Погрозил он в тайгу кулаком. Ашка ошалело смотрел на него. «Два лошадка воровать, надо Кузьмич начальник бить!» Указал он на поваленную трухлявую ель с привязанной к ней проволокой. Ашка выхватил нож и, пригнувшись, осматривался вокруг. «Тумда!» Срубил две молодые березки, и на такой волокуше они притащили Кузьмича в конюшню.